Сейчас идет проверка и окончательная настройка аппаратуры. Мы уже видим при помощи установленных камер жизнь центральной площади Рязани и ее окрестностей. Вот, например, одна из любопытных бытовых сценок. Эвакуатор вывозит неправильно припаркованные автомобили. Во время прямого эфира онлайн-трансляция пойдет с нескольких камер, расположенных, так сказать, в основных видеоточках площади. А потому те, кто не сможет посмотреть парад воочию, получат возможность наблюдать его, просто расположившись в кресле у телевизора. Вчера на пресс-конференции в Рязанской мэрии о грядущем прямом эфире 9 мая был заявлен официально представителями городских властей. Прямой трансляции площади Ленина. В прямом эфире будет показан праздник песни в солдатском строю и праздник «Здравствуй, мир». Трансляция будет вести с нескольких камер и начнется на телеканале «Городской» в 10:40. Также 9-го мы планируем дать в эфир репортажи с других праздничных площадок, а кроме того рассказать о рязанских ветеранах Великой Отечественной и других малых и локальных войн нового времени. Наша земля всегда рождала героев, и День Победы стал не только праздником фронтовиков 40-х годов, но и потомков победителей, которые никогда и нигде не уронили славы и чести России.